Ну, они смотрели за ней, была аккуратно ухожена. Ага. Может, там травы много. Ну, знаешь, у нее не было этих мозолей. Как она здесь сейчас? Может быть, она. Он точно говорит, что она вот не ходила, да, месяц у них. Или она. Нет, нет, все, после того, как стукнулась. Если бы вы, может, все сразу делали, легче было. Просто нам недавно ничего не дали, куда не возили. Ага. Ну а там они делали рентген, да? А снимков нет? Нет, снимки не сохранились. Вроде ездили на УЗИ, тоже нет данных. УЗИ, ну. Типа врачи сказали, что все хорошо с ней. УЗИ показало, что все нормально, и рентген ничего не нашел. Странные врачи у нас, я вам скажу. Им просто данные не дали, нельзя. Ну то, что она толстая, всего скорее. Да, я тоже думаю, что большой вес и грыжа, и ущемление. Грыжа, ты еще ущемление. Ну да. Грыжа, доктор поправляет меня. Грыжа есть, ущемление. Само по себе ущемление. Ага. Сейчас